Почти 75% новогодних иллюминаций уже смонтировано и подключено. Оставшуюся часть закончат до 1 декабря, и тогда в город придет настоящий праздник. Самарцы уже сейчас ощущают приближающийся праздник. Чувствуется приближение Нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже Мишка стоит, красивые очень, часы. В этом году улицы города украсят 15 новых сезонных арт-объектов. В том числе разноцветными огнями озарится преобразившаяся Крымская площадь. Напомним, она комплексно благоустроена в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Световой каскадный фонтан появится и на склоне площади Славы. 1 декабря уже будет на следующей неделе в полном объеме, как и ставит задачу губернатор Дмитрий Игоревич Азаров о том, что новогоднее украшение города должно в полном объеме быть и включено. Ну, если мы включим 31 декабря, то люди не успеют порадоваться. Помимо праздничного света появится и тот, что отвечает за безопасность на дорогах. Светофоры планируется установить до конца года на пересечении улиц Старозагора и Ташкентская, а также Фрунзе и Пионерская. Во втором случае потребность в регулировке движения стоит остро. Здесь и сейчас достаточно интенсивное движение, а с сводом Фрунзенского моста оно станет еще интенсивнее. Мария Левина, Константин Головин. События.